В Орленке открылся слет юных пожарных. В нем принимают участие 50 мальчишек и девчонок из 20 регионов России, а также из Республики Беларусь. Слет приурочен к юбилею пожарной охраны России. В этом году ей исполняется 365 лет. В смене ребята будут соревноваться по российской и европейской программам пожарно-прикладного спорта. Освоят знания о действиях в условиях пожара и чрезвычайных ситуациях. Для участников слета также запланированы познавательные встречи, экскурсии, творческие фестивали и конкурсы. Накануне ребята посетили Орляцкую пожарно-техническую выставку, где познакомились с историей и развитием пожарного дела. Когда лидеры к нам приезжают сюда, в Орленок, это победители российских конкурсов творчества на противопожарную тематику, служба спасения 01. Это победители соревнований по пожарно-прикладному виду спорта. И когда они здесь приедут, обменяются опытом работы на своих слетах, на своих форумах, они приезжают уже заряженными по-новому. У них приобретается такой ценный опыт работы.